Народ, привет. Пришли нам наконец-то все тяги. И теперь с этим комплектом мы будем попробуем усовершенствовать нашу модель от Рема Хобби. И попробуем ее немножечко заузить. Смотрите, что из этого получится. Начнем с заднего моста. Ну что, приступим. Откручиваем мост и будем дальше с ним заниматься. Возьмем баночку для всех запчастей от этой модели, чтобы ничего у нас не терялось. Продолжим разбирать. Открутили амортизатор, сложили все запчасти, открученные, в баночку, чтобы ничего не потерялось, все саморезики. Открутили с этой стороны, откручиваем теперь с другой. Полностью мост разбирать не будем, так как нам в принципе хватит снять всего лишь одну заднюю часть. Вот. Но если понадобится, придется разбирать. Сейчас посмотрим. Открутили амортизаторы. Они у меня крепились как раз к тем местам, где у нас крепятся вот эти вот наконечники. Только с внутренней стороны. И в принципе, чтобы поменять тяги, нам больше разбирать ничего не надо. Мы сейчас откручиваем, вытаскиваем тяги, вставляем новые и проверяем, подходят ли они или нет. Ну что, снимаем колпаки. Вытаскиваем. Так, ага. Придется нам раскручивать заднюю часть, потому что у нас здесь одеты подшипники. Одними колпачками отделаться не получилось. Придется разобрать дальше. Так, ну вот, мы раскрутили, аккуратненько снимаем заднюю крышку. Здесь все у нас смазано, все чисто. Ну что, вытаскиваем. Убираем шасси в сторону, крышку в сторону. Ну что, попробуем. Что-то, по-моему, совсем не то. Ой, не то, совсем не то. Смотрите. Вот что у нас получается. И они совсем-совсем разные. Снимаем E-клипсу. Снимаем подшипник,
протираем все это дело. Очень большой люфт получается у нас там, смотрите. Так как в аксиале подшипник стоит в конце, а этот стоит немножко внутри, ничего у нас тут не получается. Ничего не получается. И тут люфт. Который со временем разобьет. Подведем итог. Тяги от аксиала на Рэмма Хобби не подойдут. Как бы мы этого не хотели. Ни ЦВД привода. Так, все. Собираем тяги от Рэмма Хобби назад. Есть у меня еще одна идейка. Есть у меня мост от гелика. Так, что у нас здесь? Подшипнички, подшипнички. Раз подшипник, два подшипник. Втулочка. Ох, какая штучка классная. Так, смотрим. Ага. Миллиметраж подходит. И размер. Схож. Угу. Угу. Так. Ну-ка-ка. Ну-ка-ка. Сколько всего интересного. Китай есть Китай. Вот что мы имеем. Та-дам. Ба-бам. Проверка. Значит, что нам тогда понадобится? Для того, чтобы сделать мост уже, нам понадобятся тяги от HG Хенгуан от гелика. И нам понадобится другие подшипники.
Так, какие нам понадобятся подшипники? Нам понадобится 5 на 12, ширина 4, внутренний 5, внешний 12, ширина 4. Получается, мы этот подшипник ставим сюда. Тяга от гелика в нем проходит, втыкается вовнутрь. Болтаться она вот здесь не будет, потому что будет 5. Так, дальше мы будем брать и отпиливать вот столько. Угу. И придется нам отпиливать наконечник на несколько сантиметров. Вот так вот. Скоро получится, что проще от эксиала мосты купить.